28 сентября 1870 года была открыта Верхнеудинская женская гимназия. Одним из направлений деятельности городских органов власти была забота о народном образовании. На городском бюджете состояли низшие учебные заведения и женская гимназия, первое общеобразовательное учреждение для девочек, трехклассное женское училище с приготовительным классом. История Верхнеудинского женского трехклассного училища берет свое начало в 1860 году, когда верхнеудинский купец третьей гильдии Василий Ордин попросил дозволить ему открыть и содержать в течение 4 лет на собственный счет женское трехклассное училище с приготовительным при нем классом. Ежегодно на содержание прогимназии город тратил 3185 рублей. Верхнеудинское трехклассное училище – одно из первых женских учебных заведений в Забайкальской области. Не только сыграло значительную роль в обучении девушек, но и заложило фундамент для дальнейшего развития женского образования в Забайкалье.